День открытых дверей – это ежегодная акция, которую проводят все высшие учебные заведения страны для потенциальных абитуриентов и их родителей. Более 500 человек посетили одинцовский филиал МГИМО, чтобы познакомиться с условиями обучения в этом вузе. Мне мама предложила рассмотреть кандидатуру МГИМО как институт, в который я продолжу дальнейшее свое обучение, получу высшее образование. И я подумала, почему бы и нет, учитывая, что у меня все хорошо с иностранными языками, и учитывая, что здесь есть факультеты, которые могут быть приняты мной для рассмотрения. Абитуриентам рассказали о работе единой приемной комиссии МГИМО, особенностях набора в этом году, познакомили со спецификой образовательных программ факультетов, а также институтов, работающих на площадке филиала. Сегодня цифровые технологии и инновации являются ключевыми мировыми тенденциями, которые находятся в центре внимания не только руководства страны и наших государственных структур, но находятся также в центре внимания и наших крупнейших компаний и банков. Поэтому образование, которое дает наш институт МИЭП МГИМО в этой сфере, является чрезвычайно востребованным и дает возможность нашим выпускникам сделать блестящую карьеру. В день открытых дверей школьник может определить для себя, удовлетворяет ли тот или иной вуз его требованиям, соответствует ли он его мечте. Нас заинтересовало о том, что существует одинцовский филиал МГИМО, что здесь, по сути дела, тот же самый диплом, что преподают те же самые преподаватели из института, дают ту же самую программу. Вот. Нам это удобно, потому что мы в Западном округе живем, и в принципе, как один из институтов мы это рассматриваем. Тем более, в общем-то, ребенок учится в английской спецшколе, я так думаю, что наших баллов ЕГЭ будет достаточно для того, чтобы сюда поступить. Я для себя сначала выбирал менеджмент, но сейчас рассматриваю именно международную экономику, чтобы получить двойное образование, двойной диплом. Потому что я узнал, что МГИМО сотрудничает с... Есть такое направление. Программа, да, для получения двух дипломов. Все эти ребята имеют уникальную возможность увидеть университет изнутри, пообщаться с преподавателями, студентами, узнать, как и в какой форме проходит процесс обучения, как сдаются сессии и зачеты. И, возможно, кто-то из них переступит порог кампуса уже в сентябре в качестве студентов. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».